новогодних. Да ладно, аутлет, вот он. Прям вот так я могу делать. Давайте посмотрим, что за пару месяцев нового появилось в Zalando Outlet. Вот такие CTX. 45 евро. Размер 43. Это полка 43. Мужские балансы. 50 евро. Вот так все. Вот 25 евро. Скотчен сода. Это голландский бренд. Довольно-таки прикольный, качественный. Легенькие. Интересные. Венсы по 30-очке. По 30 евро. Слепоны. Это тоже скотчен сода. Закос по 4D. 30 евро тоже. Стоили 180. Тухли. Очень приятные материалы. Фила. Почем фила? 45. Дорого, блин. Фила на минималках. Ух ты. Торшин. Блин. 50 евро. Ну ладно, это такой минимализм. А вот это что? А это тоже скотчен сода. Ну, они вообще-то по шмоткам. Ну, тут осетцов. Бля. Хорошо сделано все равно. Вот, пожалуйста, за полтинник. 50 евро. Пластмасса такая. Ну. Вот кайфовые венсы. За полтинник. А, это вот эти, которые на мягкой подошве, про или как они называются. Легенькие, в отличие от OG-шных. Вот тоже такие же. Вообще 20-25 евро. Вот тоже расцветка интересная, тоже про. Да, это очень легкие и мягкие. Тут прям вышивки какие-то. Ну, это женские или... О, тухли. Тяжелые. Тяжелый люкс. Ого, сколько стоили? 180. Тут такой пони. Евро такие. Аэробика. Ёпта. Ну-ну. 40 евро, 42 размер. Ну, как обычно, могу только... Ух ты, Гортексик. Могу только повторить. Чем меньше размер, тем кайфовее живется, тем дешевле собираются кроссовки в коллекцию. Ух ты, Стэн Смиты на липучках. Это супер кайф. 45 евро. Жаль, что не зеленые. Ну, качество так себе. Мягко говоря. Это какая-то... Ух ты, ничего себе. Чего? 450 евро они стоили. Потом на 175, а сейчас половина. Это тоже немало. Но это очень немало. Почти... Сколько? 80 евро. Даже больше. А, это ху. И что ху? Я в шоке. Я не знал, что у Adidas такие цены бывают. 450 евро. Вот такие стенсмены. Ну да. О, вот вообще зеленые. Вообще классик. Классика. Полтинник. Класс. Хумель. Хумель — это берлинский бренд, 25 евро. Ну, такой просто. Сеточка интересная. Что тут? Это что? О, ух ты. Тимберленды на таком. Не до бусти, но довольно-таки мягкие. Внутри очень приятно сделано. Вообще сделано качество, рефлектив. А цена?
половина, 22 евро. Сейчас они стоят. Вот этот красный 50%, это от вот этой цены еще половина получается. Нехило. Вот какие-то туфли тяжеленные. Ну, материалы огонь, ноутбук. 30 евро, пожалуйста, стоили 130. Для тех, кому нравится. Замшем. Приятно. Палладиум. Такое г. У меня были кожаные с мехом, такие зимние. Они вот здесь вот сразу порвались полностью. С тех пор с палладиумом я завязал. River Low. 40 евро. Газель, 54 газельки. Это скейтбордовские какие-то. Вот это прям максимально зимние. Все 170 на 60. Опа, мужики. 46 размер 70. Со 190. Это Зорел. Настоящий. С мехом, со всеми делами. Весит килограмма 2. Timberland. Ну такие, не сильно теплые. Вот Timberland, да? 154 на 54. Пожалуйста. Что-то вот NMD-шки. NMD-шки 60 с копейками сейчас стоят. Ну не знаю. Ух ты, асиксы. Асиксы интересные. Ух ты, мягкие такие, кайф. Очень мягкие, прям мягкие-мягкие. Легкие. А, ну они стоят норм. Не так уж дешево. Вот вообще, за 20 с копейками. Беговое что-то непонятное. Похоже на Under Armour, но это не он. А, не, это он. А, да, это Under Armour, вот он. Так, что у нас тут? Вот такие адидасики. 60 евро, это дорого, наверное. О, ух ты, кожа можа, тяжелый люкс. Что это за бренд? А, Scotch & Soda. Scotch & Soda, это, наверное, тоже, да, под Puma Scotch & Soda. NMD. Та же цена 85. Вот венсы беленькие 25. Прошечки такие. Скетчерсы. Ну, скетчерсы это как бы вообще. Это масс-маркет. 30 евро. Они сразу для аутлетов у нас тут в Европе выходят. Опа. Опа. 45 евро. Сакуни. Shadow 5000. Сокони. Кайф. Надо сделать обзор на Сокони. У меня уже скопилось пару-тройку моделей. Ух ты. Ой, что это за тяжелый люкс. Кастомные 180 евро они стоили. А, это вот этот Мелвин. Мелвин и Хэмилтон. Что это такое? Кто знает Мелвина, напишите в комментах. Ух ты, вот интересный колорвей Озвиго. Приятный такой, хай-фэшнский. О, они стоят 85. Ну, это не дышащий вариант вообще. Вот он весь из клеенки. Фила. Из 90-х. 35 евро. Со 130. Ну, цвет не OG, скажем так. Масс-маркета, клееночные полностью, с целлофана. А вон еще Озвиго. Так, тут туфли на джоггеры, на черной подошве оптимально. На джоггеры классные, жарковатые, но там на плюс-минус 5 градусов,
дождь и так далее, они, вот этот текстиль, он непромокаемый практически. До такой степени он плотный. Звиги, о, вот Соккани за 22 рубля. Ая, это модель Ая. Я ее в другом филиале смотрел. Асиксы за 30 евро. Стоили 130. В расцветке. Суши или как ролл. Прикольно. Такие асиксы еще есть. Что-то непонятные вообще. Замша. Это маленькие размеры. Пойдемте большие размеры посмотрим. Соломоны. Я знаю, народ любит соломоны. 45 евро. Модель. Не знаю, что это за модель. Speed Cross 3, наверное, так называется. Lightweight. Ну да, они легкие. Шиповочки такие. 45 евро. Вот из Виги. 55 евро. Тоже целлофан. Это уже 44 размер, 2/3. Вот уже из Виги. Вот вообще за сколько? Из Виги за 22,5 евро. Чуть-чуть с вентиляцией. Ничего такие. За 22 евро. Отлично. О, вот это тяжеленное, вот это OG Венцы. Ну и расцветка огонь. 30 евро. Дамша. Ничего так. За 30-ку. Вот такие Венцы еще. Но это не до Венцы. Что это за Венцы без вот этого свуша ихнего? Прикольно. Так что? Мишелин. Ну это не Адидас, это что-то непонятное. Барные мокасины. Рома Рибок. $44-45 евро. Дороговато. Если учитывать, что они всего 70 стоили. Янги 22 евро. Это не Янги, я имею в виду Адики. Вот Янги 22 евро. Вау, халява. Янги я люблю. Здесь в Европе Янги не часто увидишь на ногах, поэтому они смотрятся стилево. Почему-то их никто не носит здесь. Подбираемся к большим размерам. Какая-то шляпа. Там продавщица стоит рядом. Так что сейчас помолчим. €45. Ну, вот такие ботинки от Филы. Довольно-таки неплохо сделано. Тут вот эта белая пена мягкая, это резина твердейшая, желтая. Ничего так, боты. За 45 евро. Модные. Черные янги. Эти полтинник стоят. Потому что размер побольше. Диадора. 40. Тухли. Вот этот не до эквипмент. Ого, еще 50. А их можно за 20 рублей взять. Эквипмент Газель, или как они называются. Не знаю, почему они обозвали это эквипментом. Это была ошибочка. Иники. Иники всегда дорогие. Но это не летние иники. Они тут с дермантином.
И с дермантином, и белые, это непонятно. То есть они не летние, но белые. Это какая-то странная комбо. Ну, вот рибоки интересные, по-моему. Замшевые, ну, спилочные, полтинник. Nike. Это Blazer или что это? Задешево, короче. 17, меньше 20 евро. Это мы уже посмотрели. Это что? О, это Монархи на минималках за 20 евро. Монархи Light 2. Без эра, без ничего, видимо. Прощаем его, это теннисные. Это был 46 размер. И вот 47. Мои размеры. Посмотрим, что тут. Опа. Джорданы, ребята, 23. Кайф. Кайф. Без свуша. 45 евро. Ох. Мягкие. Цвет так себе, ну, на мой вкус. Черно-белые. Ну, поэтому они, наверное, здесь. Не только на мой вкус. Вот, пожалуйста, гольферские пумы. Кто у нас там в гольфах разбирается? Кто по гольфу, пацаны? Если кого-то знаете, отметьте в комментах. Ого, 105 евро. Не сильно их уценили. О, видать, кто-то тут затаривается для гольфа. Велосипедные. Это же велосипедные. Джиро. Думаю, да, да. Велосипедные. Джиро. Может, кто-то из вас прикалывается. 40 евро. Состав. Венцы, венцы. Вот что-то прикольное. О. Шпери. Не знаю, кто такой. Шпери. Но выглядят прикольно, очень мягкая подошва. Жаль, только что белая. 35 евро. Неплохо смотрятся. Under Armour, баскетбольная. Ну, как-то скромно. За такие деньги скромно. Ух ты. Тяжелые, капец. 55, еще 30%. Короче, где-то 35 евро. Вот это 35 евро. Тяжеленные, пипец. Не знаю, получится сфокусировать. Made in Spain. Испания. Сделано в Испании. Ох. Вот бренд. Panama Jack. Выжжено. Не хочет фокусировать. Made in Spain. А вот прям написано. Ну, очень тяжелые. Вот Nike. Это баскетбольные какие-то, по-моему. Я не сильно разбираюсь. Судя по логотипу, какие-то именные чьи-то. 45 евро со 120. Ну ничего так. Ну неплохо. О, Adidas вот такие. 30 евро. Бордистские, но материалы приятные. Там что там? Тут текстиль. Это венс или что? Вроде все, можем сходить наверх, посмотреть женские размеры. 55. Видите, потому что большого размера. О, вот, короче, за 17 евро. Прайд, окей. Ага. Басяцкие Энсы. Что же они так оценили? Что же они так неуважительно-то? Это ничего. Можем сходить наверх, посмотреть женские. О! Желтые. За 20, 22 евро.
можно примерить. Их можно покрасить, но они уже все в пыли. Так, не, носить я их не буду. Пойдем посмотрим женские, может быть, вторую часть сделаем из видоса этого, да. 30 евро со 140 асиксы. Прикольные асиксы. А, это пума такая, я думал, Air Max. Ну, ясно. Тут есть мой арт. Чуть-чуть. Сейчас еще вам покажу. Старый селфи-спот. Да, руки очень тяжело рисовать. Ну раз селфи-спот, давайте сделаем селфи, да. Как лучше сделать. В любом случае, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если не сложно, и жахните колокольчик. Я вот недавно увидел, что много подписчиков, 500 подписчиков, а колокольчик жахнули всего человек 40 из них. В любом случае, благодарю всех, обнял, привет семье, на связи.